Ну что, всем привет, приветствую смотрящих, меня зовут Энтони, и сегодня мы посмотрим модификацию, которая связана с радиостанциями. Теперь данный мод меняет иконки на цветные, давайте проверим, клавиша Tab, и вправду они стали цветными. Также ради эксперимента покажу, как было до. И вот так это выглядит теперь. Как по мне, намного лучше, красочнее, приятнее, потому что раньше было все серо, уныло. Похожий мод есть для GTA San Andreas, тоже делает иконки радиостанции более яркими. Так что такой вот небольшой, простой мод, который приукрасит вашу Vice City. Так что всем удачи, всем пока, adios, arrivederci. Если хотите поддержать канал, можете оформить спонсорскую подписку. Ссылка будет в описании.